предыдущих сериях. О, ой! Где ой, ты? Ой. А что вот это ты, такое? Рен, стоп. Не-не-не-не-не, Ульян, он бежит! Он со мной разговаривает. Ты слышишь, как он красиво говорит? Он застрял, Ульян. Так, все, я убегаю, Ульян, я убегаю. Йоши, а он пропал куда-то? Так, в смысле пропал? Но он же был рядом, ты же говорил, он рядом. Ну, да, он был, он ходил тут, бродил за тобой, потом бегал, а сейчас его нет. Он появляется только ночью или что? Ульян, это что, прости, это... Это тюрьма для них? И почему все стало такое туманное? Что произошло? Не знаю, его меня только что ударили. Это же день, почему он бьется? Ульян, этот черный чел сломал всю игру. Что происходит? Я не знаю. Ребята, почему вы все одеты как консультанты? Почему все красное? Йоши, что с тобой? Почему вы меня пугаете? Я, извини, пожалуйста, это мой такой вот скин работника. А вы почему в костюмах, ребят? Да, встречный вопрос. Мы? Нет, только вы в костюмах, а я без костюма. Да, вы все в костюмах. Зря ты так думаешь, что ты без костюма, Лана. Ты тоже что? В костюме, и похоже, мы здесь единственные работники, которые вообще остались. И сейчас красная ночь, и во время ночи появляется тот самый нехороший чувак, который черная пиявка. Да, черная пиявка, все верно. Да, да, да. Вот, и в прошлый раз мы нашли всех работников в одном месте, и мы искали по всей Икее, и, к сожалению, они были только в одном месте, а потом они стали какие-то дикие и дубасили нас днем просто-напросто. Да, это было очень больно. О, нет. Ребят, а у меня такой вопрос, а почему мебели нету? Тут вообще ничего нету, почему? Слушайте, правда? Кстати, да, ребят, а где вся мебель? Подождите. Эта черная пиявка убирает из магазина не только работников, но еще и всю мебель. Подождите, но она прожорливая. Да, подождите, давайте, я не знаю, давайте я попробую машинки вам дать, вот эти вот наши. Вот вам. О. И поехали куда-либо. Кидайте их на пол. И давайте проедемся хотя бы чуть-чуть дальше. Только не отставайте, пожалуйста. Все, я готова. Ой, ой, Ульян, не так быстро. Он быстро управляется. Боже мой. А это даже весело. Это даже весело, если бы не было так странно. Если бы не было так грустно. Вот да. Ну да. Ребят, ну палеты какие-то валяются. Видимо, он не закончил. Палеты! О! Так. Ребят, мне кажется, надо небольшой дом из этого отстроить. Вот тут вот, смотрите, вот так вот. Вот, сейчас, секунду. Вот так вот, раз. И, да, вот, Ульян, тоже тащи. Ребят, тащите. А, тут все? Это все? Это все. Дом не выйдет. Боже. Он будет без двери. Да, будет явно без двери. Можно сюда прыгнуть и сидеть. Я пожертвовал своей машиной. Ребят, можно сделать вот так. А, кстати, да, можно же машину просто принять. А, я хотел сверху. Сверху? А, ну ладно. О, ребят, нормально. Ой, как ярко! Да, есть такое. Так, Лана, ты уже куда-то уехала на поиски чего-то интересного? А мы вдвоем поместимся? Ну, я думала просто еще палетов привезти. Да я думаю, мы все вчетвером можем тут ехать. Главное, чтобы управлял кто-то один. Ой. Ну давайте, я тоже к вам сяду. Если вы не против, пожалуйста, подождите. Спасибо большое. Садитесь. Прошу. Все, так, Лана, рулюй. Ой, ай, ой. Ой-ой-ой. О, смотрите. Ой, так, нас вытянуло, а Еву, смотрите, перемолола, она просто в пол смотрит. Смотрите, вот еще немножко палетов, ребят, смотрите. Ага. Я схватила. Я думала, это наш дом. Нет. Так, я беру один. Я тоже взял. Кажется, они у каждого столба, и так можно даже что-то отстроить. Так, поехали назад, Лана, вези нас назад. Я сейчас лестницу возьму. А, лестница не берется? Не, берется, я с вами. Но только вот легко сказать назад. А где этот назад, вы вообще вот помните? Нет, мы зря, наверное, точку не поставили, да? Вот, мы нашли. А, ну да, точно. Там можно было и пешком дойти, в принципе. Ну да. Ну, в принципе, да. Так, я черт делаю крышу, потому что у меня... У меня уже перевернут для этого палет, в общем. Слушай, это какой-то у нас странный кубик, а не дом. А, да, как мы туда зайдем? Ульян, ты закрыла все входы. Да вообще-то я закрыл вход, ну да ладно. Я сама не могла туда добраться. Так, ладно, ребят, мини-убежище у нас есть, но я думаю, наша цель все-таки остается прежней. Нам надо найти хотя бы каких-нибудь, не знаю, случайных работников. Да. А зачем нам их искать? Может, просто тут поживем?
Да подождите, все, поехали. Ну, не знаю, надо как-то выяснить, что произошло. Ладно, ну, ой, а кто хочет вести, не понял? Я ничего не делаю. Я не веду, у меня руки от клавиатуры убраны. Да, так, ладно, ребят, но я думаю, что все-таки идейка с четырьмя людьми в одной машине не работает, поэтому давайте каждый в своей, и давайте поехали вперед. Может, по разным странам, ладно. Ну, ладно, давайте по разным странам, действительно, так, разделимся, ребят, разделимся. Главное, не забудьте поставить точку. А вы точки поставили? Да. Да, я поставила. Все, я вперед. Я тоже поставлю, пожалуй. Ребят, тут несколько колонн обокрали. А, ой. Так, подождите, не у каждой колонны есть вот эти штуки, которые мы собирали. А вот здесь их, например, нет. Ага. Да, я тоже еще ни одно не встретила, где бы было что-нибудь оставлено. Ребят, я нашла кучу палетов. Просто целую так, кучу. Осталось найти тебя. Тут они стоят почему-то целым островком. Подожди, Лана, так они реально просто стоят. До туда не добралась эта пиявка отвратительная. Да, тут вот стеллажи, лесенки. Давайте, можете ко мне телепортироваться, если у вас точки везде стоят. Здесь тоже поставим, будем тягать отсюда. А, логично, так, я поставлю здесь. Ой, сначала покушаю. Ой, я куда-то приехал, ребят, к стеллажам. Это вы здесь или нет? Ого, не знаю. Да, вот, мы здесь. Подожди, а, да, я хотел сказать, что я еще нашел, но похоже нет. Похоже, это как раз-таки те самые стеллажи. Так, ребят, и это последние вещи, которые остались в Икее, серьезно? Я нашла светильник. А, это здорово, он сверху вроде бы был, да? Да нет, не совсем. Так, Ульяна, ты где? Воу, а я пришла к Лане. Ну вот, смотри. А, все вижу, да. Слушай, да, это, знаешь, очень похож на светильник, который используют в кино. Ну, мы будем использовать его в доме, потому что я думаю, что у нас нет особо вариантов. Ульян, хватай палец, садись и поехали, что ли? А, да, ой, я оставила же свою машину. Да, я тоже. Ничего, мы доедем сейчас очень быстро. Ой, Ульян, прости, кажется, моя машина куда-то укатилась, но, по крайней мере, мы тут. Так, ребят, а у нас тем временем наступила ночь, и она, слава богу, не красная. Это здорово, но не здорово, что она вообще наступила. Ребята, вы где? Как вас найти? Я катаюсь где-то, я не могу сказать, но я даже... Наверное, я попытаюсь сейчас тебя найти и просто буду кататься, как катаюсь. Ульян, ну смотри, у нас, в принципе, есть довольно быстроходный транспорт, можем попробовать куда-то проехаться. Ну, давай. Может быть, возьмем какой-нибудь светильничек? А, его тут нет. Ну, так. Я его поставила наверху, ну, могу сейчас отломать, ничего страшного. Нет, давай лучше, наверное, так, потому что так будет хотя бы опознавательный знак для ребят, чтобы они видели, что здесь так домик. У них же точка там должна стоять, все в порядке. Ну все тогда... Боже! Так, Ульян, давай, транспорт. Я за светильником, а ты управляешь, поехали. Ой, ну, давай. Ребят, ну мы не знаем, где вас найти, мы просто, короче, куда-то поедем. Ой, Ульян, ты нормально себя чувствуешь вообще? Ну, немножко голова уже кружится, если честно. Опять это красная какая-то странная. Кстати, да. Ночь. Красная ночь, ой-ой-ой. Это мы целую ночь уже ездили, о боже. Ульяна, что это? В смысле? Ребят, вы где? Что такое? Что это такое? Мы приехали куда-то, но тут... Какой-то кошмар происходит, просто ёши, тут куча консультантов, они закрыты где-то и лезут на нас. В что? Смысле, о чем речь? Не знаю, это похоже на... Ребята! Что? Меня нашел какой-то маленький консультант и бьет. Ева, скорее к нам! Подождите, а так что у вас? Подождите, я тоже нашел одного консультанта, так они все-таки типа не закончились здесь? Они не закончились, их целая куча! Нет, это просто какая-то тюрьма с этими консультантами. Так, я умерла. И Еву еще и убили. Ребят, я подъехал, и это мне не нравится. Ёши, посмотри на них. Боже, мы смотри. Такое уже видели. Мы с Ульяной такое уже видели, ребят. Но только не в таких масштабах. Да, это гораздо больше. Кто-то ловит консультантов и сажает их в тюрьму. О, господи. Ребят, я поеду, поищу еще кого-нибудь, подождите. В смысле ты поедешь? Ты наш единственный транспорт угнал, Ёши. Это мой. Там не, а там ваш дальше. Вот. Вот он. О, боже мой. Ульян, смотри, вот здесь вот еще какой-то маленький проход к ним. Так, давай я посвечу. Слушай, у них получается ни одного способа выйти. Ну, либо они могут подняться наверх и как-то перелезть через эту ограду. Ну, если Еву кто-то убил, значит, у них все-таки получилось это сделать. Либо это, да. Тот монстр поймал не всех. О, боже мой. Знаете, вот раньше я боялась консультантов, а теперь мне кажется, что это не самое страшное, что здесь могло быть. Да, ребята! Нет!
Ева! Так, я уезжаю, я не знаю, куда я еду. Боже мой, моя машина уехала без ладно, меня. Ладно, ладно, он бежит к нам, он бежит к нам. О боже, какой он шустрый. Это он, что ли? Это он? Это он, это та самая черная пиявка. Боже мой, какой он быстрый. А вокруг него что-то красное. Ребята, в красную ночь он еще быстрее, осторожнее. Да, он прям просто ракета. Вы от него убегаете или нет, ребят? Кажется, мы смогли уехать. Да. Как вовремя-то посветлело, что поехали посмотрим, где... Ой, Ульяна, извини, может, мы присядем, может, мы будем сидя ехать, так меньше шансов выпасть. А, ну, давай. Ой, Ева, а ты... Ты придумала новый способ выживания? Да, вы знаете, очень удобно, потому что я ехала, у меня тут машина на меня перевернулась, и ой, а кто ее так киданул сейчас? Не знаю. Ну, короче, было очень удобно, вот, я так спряталась, отличный выход из ситуации. Когда нет места, где можно спрятаться. О, ребят, привет. Так, ребят, давайте пойдем глянем, может быть, вы где его потеряли? Подождите, он сейчас должен быть мирным, где-то, по идее. Где-то тут был, но мы слишком испугались, Йоши. Да, он... я вообще потеряла все направления, куда мы ехали, просто куда-то улепетали и все. Я можно поставлю этот светильник, а то мне он уже надоел, если честно. Ребят, вы можете ставить все что угодно, потому что клетка опять пуста. В смысле клетка пуста? Вы можете ко мне приехать или нет? Так, Ульян, садись. Так. Поехали. Вроде клетка была с этой стороны. Оу! Серьезно? Она действительно пустая.